Делик. Бел, ты идешь сюда? Конечно, иду. Ты иди сюда. Бел. Я знаю. Ты упрямец. Все, успокойся. Делик, иди сюда. Ай, ты молодец. Здорово. Ну вот, друзья, у нас продолжается наше взятие проб, взятие мазков, как это сказать правильно? Взятие щечного эпителия. Да, очень сложное слово. Ничего не понятно. Вельвет у нас самый молодой, самый активный. Вот он сейчас рядом со мной. Сейчас мы у него возьмем все, я его уже зафиксировал. Кстати, у нас потеплело. У нас сейчас 10 число октября и 22 градуса сейчас на улице. Видите, я даже в футболке. Вообще осень холодная и сегодня только... Вот самый лучший вариант, короче, я придумал. Да блин. Короче, самый лучший вариант их вот так вот брать, чтобы они не могли убежать. Так ты еще голову кто подержал? Голову у меня не могу держать, я держу тушку. Капец. С ним сложнее Давай всего. Давай подольше. А он еще если сглатывает. Он еще пытается жевать ее. Вел, нельзя, я щеку твою делаю. Да, ну твоя щека нужна, а ты фигней занимаешься. Блин. Да что ж ты такой, я не знаю, упрямец-то. Ну, молодой самый, что я. До этого были мальчики взрослые уже. Так, ну, давайте мы еще поваляем. Скажи, а можно я съем эту трубочку? Не, ну это капец какой-то, конечно. Самый неудобный пес – это вот он. Скажи, класс. А играть когда будем? Играть будем через полторы минуты. Пойдем гулять и играть. Стоп! Ужас. Бил! Какой непослушный. Тихо. Фу. Невоспитанный. Твое воспитание. Мое. Ну, видишь, плохое воспитание. Ну, конечно. У тебя все по струнке ходят, а мы с ним балуемся вечно, играем, бесимся только. Не хватает жесткой руки. Эта собака, короче, чаще гуляет со мной, проводит время со мной. Яна меньше с ним тусуется. Только кормит. Для него пустое место. Давай еще разик. А, с левой и правой ты делаешь, да? Нет, я делаю, как мне удобно, не с левой и с правой. Сейчас, в данный момент, я поняла, что его зажимать удобно. Отпускаем? Отпускай, ну его. Надеюсь, что ты сдал вредный тест. Пошли гулять. А, подписать. Сейчас подпишем все. Дай посмотреть, куда конверт надо отправлять. Конверт пойдет в Нидерланды. Видимо, там главная лаборатория. Так, все закрываем. И подписываем, что это велик. Вельвет. Все, пойдем да? погуляем немножко и за следующим. Пошли, пойдем, Вилл. Вилл!
Ну вот, пришел голод, сразу заласкал, загладил. Думаю, что это мой мальчик. Может, ты сама все сделаешь? Давай, ну, я буду за кадром. Хороший. Давай, делай с ним. Он надо, чтобы все такие были, ну, как он хороший. Ну вот, давайте. Да? Давай проверим, какой он хороший. Я помню, какой хороший. Мамочка же со мной сама может сделать все, что ей надо. Несмотря на то, что я, скажи, такой кабанчик. Ну давай, покажи, да? Как ты сделаешь сама без моей помощи. Да, вот мой кабанчик. Я еще не открыла, подожди. Скажи, что делать будем? А ты меня будем твою щечку чесать. Гладить и обнимать. Да, щечку твою будем чесать. Иди сюда. Скажи, могу хоть целый час делать так, да? И он не рыпнется. Подожди, не уходи. Он даже речь понимает? Он все понимает. Меня засмущался, все, отойду. Все, не буду вам мешать. Заканчиваю. Можешь идти. Куда, скажи, идти? Я с тобой. Какое разное поведение, Вельвет и Голд. Ну, все-таки, может, Вельвет повзрослеет. Да Вельвет дурачок еще, потому что. Ну, да. Глупый. Ты красавец. Я скажу, взрослый мужчина. Головастый. Да. Гордое имя Голд пишу. Голдяшек. Голдяшек. Ребят, все равно камера не передаст. У него голова просто супер. Вот когда ее берешь в руки, все понимаешь. Настоящая буля-голова. Держи. У нас остался Пупс. Вы, наверное, больше всего его ждали. Сейчас мы погуляем с Голдом, а потом пойдем за Пупсом и Пупсу возьмем тоже тест. Пошли. Пойдем. Пойдем. Голдира! Скорее! Побежали, 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 побежали! Друзья, ну вот у нас уже с нами Пупс. Сейчас мы у него возьмем материал так называемый. У Пупса порезана лапка, вот сейчас мы недавно ее обрабатывали, вот видите, ребят. Поэтому он немножко прихрамывает, поэтому он гулять сегодня не будет. Мы обязательно про него снимем видео, как он здесь гуляет. Но через недельку. Отдельное, красивое, где он будет тут бегать и радоваться, а сейчас он хромает, к сожалению. Так он так подушечку распорол, конечно. Да. Стой, заяц. Давай вторую щеточку. Давай 15 секунд. Ты молодец, что? Так терпишь прям. Да, он спокойный. В отличие от некоторых. Ой, он вообще спокойный. Ему с ним что не делай, куда ни посади, не поставь, он будет слушаться. Все, неси его. Да? Штатуэточка ты, моя маленькая. Пупсик. Ну, все хотели посмотреть на Пупсика, но, к сожалению, попозже хромает, снимем. Ребят. Попозже. Жрет лапкой с ним. Обещаю, в течение еще, пока травка зеленая, мы погуляем с ним на травке и снимем с ним отдельное видео. Все, пошли. Опа. Пока, скажи всем пока, ребят. Пока. Друзья, всем привет. У нас закат. Я пришел на стройку. Давайте посмотрим, что здесь изменилось. Я вижу, что досок стало меньше. Вот смотрите, у нас здесь уже в этом помещении появилось такое очертание будущей крыши. И здесь тоже, смотрите, какая красота. Тоже есть крыша. Класс. Появляются первые очертания крыши. Стропильная система растет. Ну и вот так это дело все выглядит со стороны. У нас сейчас закат. Вот, кошка мама нашего кота, как всегда. Какие-нибудь кошки всегда у нас в кадре. Ты что за мной ходишь? Ну, в общем, друзья, осталось что нам теперь? Купить металлочерепицу, купить много-много USB, чтобы подшить потолок. И много-много утеплителя, чтобы это все утеплить. Привет. И ты ко мне пришла. Ну, мяу. Ну, мяу. Становится очень много кошек у нас. Так что вот, друзья, у нас закат. Красота. Будем строиться дальше. Это надолго.